Завтра в Центральном районе Красноярска пройдет горячая линия по вопросам отопления. Задать свои вопросы можно будет с 5 до 6 часов вечера. Ответит на них руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев, а также руководители всех предприятий, ответственных за жизнеобеспечение района. Все поступившие звонки будут отрабатываться под особым контролем. Звонить можно по телефону 227 38 76.